Доброго времени суток. Хотел сегодня поговорить о сигналах автомобильных. Вот, на тест к нам попал воздушный сигнал. Вот такой я себе его приобрел. Вот, торговая марка, дорожная карта. Воздушный сигнал с компрессором. Длина 40 сантиметров. Вот, SL1019M. Что дальше? Куда бы его установить? Ну, я смотрел. Вот. И решил его установить ближе к радиатору. То есть, что я сделал? Я снял эту крышечку. Вот. Вот радиатор, вот планочка радиатора. Вот. Вот так я закрепил моторчик. Вот. Подвел гофрочки к нему. Стандартный провода сигнала. Вот. Трубочка пошла так, она здесь нигде не трет, ничего, она силикованного, если холодно, то она дубеет. Вот сам сигнал кожуху закреплен. Вот в комплекте идут два крепления, раз, и на саму дудочку два. Дудочка вкручивается вот в эту часть, вот она направлена вниз, дабы избежать попадания воды в него. Плюс еще такая штука есть, здесь находится мембрана. Вот. Воздух подается под давлением, мембрана, не знаю, дергается, не дергается, фиг его знает, что она делает. Ну, короче, звук уходит. То есть, вот так он, видите, стоит, вот, ничему не мешает, гидроусилителя у меня нету. Ну, вот, хотя, даже если он есть, я не думаю, что она будет мешать, потому что здесь места с запасом хватает. Вот. То есть, все подключил, уже на нем езжу пару месяцев. Вот, звук у него приблизительно такой. По параметрам это 135 дБ. Вот, энергопотребление 4 ампера. Вот. Ну, то есть послушаем, как он звучит. Денчик, давай. И еще раз. Хорош. Хорош. Ну, то есть, людей попугать, в принципе, с пару метров можно, вот, но не нужно. Основная задача была стоять, чтобы тебя слышали и адекватно сразу реагировали. Все, всем спасибо, хороших установок, пока.